Ольга Пахомова недавно стала мамой в первый раз. Очень серьезно подошла к выбору роддома. Воспользовалась советами друзей и знакомых, а также рецензиями в интернете. О своем выборе не пожалела, и девичьи страхи перед родами не оправдались. У меня был только один страх, что мне будут делать кесарево, и все остальное мне особо не пугало. Однако врачи доказывают, что благодаря современным технологиям и квалификации медиков кесарево сегодня не страшно, а напротив, безопасно. Но самое приятное, что операция не отменяет главного. Та самая первая и долгожданная встреча мамы и малыша происходит прямо на операционном столе. Первые минуты – это, конечно же, обработка новорожденного. И если женщина не противопоказана, это прикладывание груди даже после операции кесарево сечения прямо на операционном столе. Капиталина Яценко, акушер со стажем, уверена, что одинаковых родов не бывает и быть не может. Все роды по-разному проходят и не похожи друг на друга, как и все женщины. Эмоции всегда слезы. Первые роды, первая операция, всегда были слезы, радости, что ты присутствуешь при тайном таком состоянии женщины. Рада женщина, рад и доктор. Своего первого малыша она приняла у женщины с пороком сердца. В таких ситуациях успешный исход зависит от мастерства сразу нескольких врачей. На родах сердечной патологии мамы присутствует кардиолог и неонатолог. Общими усилиями медики помогают появиться на свет новому человеку. Мария Левина, Николай Сидоров, «События».